друзья, 21 октября 2013 год. Мы ведем репортаж Дивного острова где-то в Бразилии. Я даже не знаю, как он называется, но я хочу вам передать вот эту красоту, показать. Ну, связь наша работает. Идет Сергей Афанасьев, связь проверил. Даже на островах наша связь работает. Здесь вообще можно спокойно жить. Можно жить и работать прямо связь на острове. Смело. Супер. Ребята, вы видите? Просто шик. И вот наши партнеры, Александр Сухарев. Буквально несколько недель назад... Выбираем себе острова. Да, мы с ним общались по скайпу, передавали эмоции друг другу с наших офисов. А теперь мы вместе на острове. Это вообще что-то невероятное. А в океане, в заливе сейчас купаются наши топ. Вот он, топ. Лидеры. Сережа, Наташенька, Влада, Оля Кац. Ребята, это Оля Быкова. Это просто, ну, я не знаю, это какое-то невероятное путешествие происходит. Я, несмотря на то, что живу на море, но вот сейчас просто кайфую от того, что я вижу. Хочу показать вам яхту, на которой мы приехали. И вообще вот эти красоты. Видите, да? И опять-таки я вам скажу фразу, что вы достойны такой шикарной жизни. Вы достойны того, чтобы путешествовать, открывать для себя новые страны, наслаждаться этим вместе с вашими близкими, с вашими друзьями, чтобы вам всегда было с кем разделить эту радость, с кем поделиться этими эмоциями и ощущать себя в полной мере свободным, счастливым человеком. С вами была на связи Наталья Шульга из Бразилии, Рио-де-Жанейро, октябрь 2013 года. Пока-пока, ребята, я пошла купаться.